Всем привет! Мы начинаем новый выпуск «Чесночной», и я его новая ведущая Гульмира. Всем привет! Это был Сережа, Сергей Федоров, артист Comedy Club. Достаточно тоже один из ярких артистов, я считаю. И Сергей пришел к нам не один, он пришел с нам с Евой. Ты тоже видишь, да? Ты, по-моему, тоже была в Comedy Club, да, KZ? Да, но у меня была напарница еще. Алена. Да. А где Алена? Где вы ее потеряли? Алена сидит вот здесь. К сожалению, сегодня она невидимка. Поэтому, Ален, привет. Очень приятно, видите? Красиво выглядит. Все классно, да. Ребят, расскажите, я буквально недавно узнала, что вы собираетесь где-то, как ты говоришь правильно, стендапите. Это что такое? На самом деле я очень много знаю про стендап, поэтому расскажет Ева. Отлично. Стендап – это такой жанр творчества, выступлений, когда человек выходит и просто начинает рассказывать о том, что его волнует, о своих переживаниях, и желательно это делать юмористически, смешно. То есть, по большому счету, выступление Акима – это тоже своеобразный стендап, но там не особо смешно. Да. А кто у вас идейный вдохновитель был? Скажем так, мы с моей напарницей, с Аленой, мы съездили, да, которой сегодня, к сожалению, нету. У нас была поездка в Москву, и там сейчас на стендапе помешаны все. То есть там есть фактически... То есть стендап в Москве тренд. Да, это сейчас реально тренд, потому что им занимается каждый встречный поперечный, у них каждый день есть выступления в разных местах, и это там очень развито. И мы решили, почему бы не сделать то же самое у нас. И как успехи? Хорошо. Нет, в действительности, сейчас я перебью, Ева, когда они с Аленой были в Москве, они выступали на Киевском вокзале, там все помешаны на стендапе, все приезжие. Ева, извини, что я тебя отвлек. Алена, извини. То есть вы собираетесь, все те, кому это интересно, да, и вы выступаете, получается, в каком-то клубе, правильно? Да. Да. В общем, девушки, они... Когда им в парню заморачиваться, и когда у них парня день рождения, они считают, что лучший подарок – это она сама. То есть она раздевается догола, обвязывает себя красной ленточкой и дарится. Думаешь, что это самый прекрасный подарок на свете? Нет, такой подарок дрянь. Во-первых, он бушный. Во-вторых, есть потом шанс на свой день рождения тоже хер получить. И знаете, вот меня еще что бесит. Вот когда... Тоже вот на день рождения дарит что-то, и вот возьми, пожалуйста. Ой, померь сразу. И ты как-то меряешь, ой, тебе так идет. Вот так и ходи, так и ходи. Потом сидишь, как дура, свой день рождения в стропоне празднуешь. Это такое небольшое заведение, называется оно «Дом». Вот такое вот название необычно. Все, кто хотят узнать, что это за место, могут зайти в официальную группу ВКонтакте, да. Ага. А почему меня до сих пор там нет? Я не знаю. У нас уже минус 12 подписчиков, поэтому количество увеличивается. Вообще, людям это интересно? Да. Много людей у вас подтягиваются и тоже выступают? Или там, может быть, просятся? Или вы как вообще? Вот расскажи поподробнее. На первое наше выступление у нас пришли только друзья и родственники. То есть... И Серёжа. Я буду слушать. То есть мы согнали друзей, согнали родственников и буквально заставили их на это смотреть. Потому что никто не знал, что такое стендап. До сих пор, кстати, не знают практически. Сейчас у нас уже будет 10-я вечеринка. Юбилейная. Юбилейная, да. И можно сказать, что сейчас уже у нас минимум друзей и родственников. Максимум просто зрителей, которым это интересно. У нас вообще минимум друзей и родственников, вообще по жизни. Особенно после первой вечеринки стало. Да. У вас есть новые артисты? Да. У нас есть новые артисты, причем некоторые из них до этого вообще никогда не выступали. То есть, получается, это на голом энтузиазме люди приходят, выступают, показывают себя, да? Ну, у нас есть новые имена, это Пхантилей, я никогда не слышал такого имя. То есть, появляются какие-то новые желающие, новые звезды, так сказать, те люди, которые хотят проявить именно в этом, хотя даже для нас, как бы,
опытных выступающих это очень тяжело, потому что как бы новый формат, много необычного, много непривычного, то есть мы пока еще сами не знаем, как это должно быть, да. То есть пока еще мы складываем свой собственный формат, чтобы в дальнейшем его продвигать. А ты, по-моему, ездил куда-то там в Киев, расскажи. Я ездил куда-то в Киев. На Киевский вокзал? Да, я был на Киевском вокзале. Я ездил на «Рассмеши комика». Получилось рассмешить? Получилось, да, получилось. Не знаю, как комиков, но... Тебе было смешно? Было очень весело, да. И все желающие, кто хотят увидеть, они посмотрят в интернете, найдут выпуски, пока их еще нету. Те, кто не хотят, тоже могут посмотреть выпуски и увидеть, как я там ложанулся, поэтому... Ну, это же опыт, согласись. На самом деле, да, любая поездка, любое участие в каких-то проектах. Мы неоднократно были в Москве, мы участвовали в Comedy Battle. Девочки тоже выступали в Comedy Battle. Мы выступали в проекте «Мясорубка» на канале СТС был такой. То есть, когда появляется какая-то возможность куда-то поехать поучаствовать, сейчас мы планируем поехать на «Бойцовский клуб». Это тоже киевский проект, он выходит, по-моему, не знаю на каком канале. Почему у них очень распространено, очень хорошо развиты вот подобные проекты? Почему у нас все так идет очень вяло, никому-то не интересно? Я считаю, самое главное, что они видят, что на этом можно делать деньги. И они понимают, как это можно делать деньги. То есть наши еще не понимают, что на этом можно делать деньги? Наше телевидение понимает, на что можно делать деньги, то есть на каких проектах. И я думаю, им на данный момент это достаточно. То есть... А вот какой-то у вас проект был на Kiwi.kz, твой проект, да? Что вы там пели или что вы там делали? Да, это был очень замечательный проект. Там было два участника. Это я под ником Саке и Денис под ником Даке. Ага. То есть это проект о двух пацанах, которые живут в поселке и мечтают стать мегазвездами. А ты чё ко мне вообще приходишь только в нете полазить? Суке, мне так дешевле выходит. Угу, а в том нет. То есть бабушке там платить. А чё там вообще делаешь? Читаю интервью легендарного рэпера. Снупдога, что ли? Да не. Джей-Зи? Не-не-не-не. Эминема? Не. Что-то... Тимати? Да не. А кого? Легендарный рэпер Дилани. Что за Дилани? Ну это почти как Тимати, только Дилани. А? Он, короче, все-таки был такой же неизвестный, как и мы. Он был с Уральска и приехал в Apple Town. И, вот тут он говорит, что типа, если вы хотите стать известными, мега-популярными, мега-крутыми рэперками, то, короче, нужно ехать в Алмату. В Алмату? В Алмату, я. Yeah. И что там? Ну там он говорит, короче, все эти продюсеры, старс, короче, клипмейкерс, все, короче, в Алматы. Вообще реальная тусовка есть. Классно. Вот, ну короче, все-таки надо ехать. Давай, собирайся. Подожди, хотя бы доем. То есть получилось? Они сидят в доме, записывают песни, рассказывают о несчастной любви, рассказывают о своих поездках в город. То есть обсуждаются разные темы. То есть музыку я писал сам, текста мы писали вместе. То есть, то есть целиком продакшеном этой передачи мы занимались сами. Сейчас я сделаю тату на эту и на ту, и едут в Алмату на поезде ту-ту. И вот приехал в Алмату, куда ни посмотрю, везде тату, 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 тату. А я ботан, и я хочу татуху. Пусть тёлок нет, я накалю порнуху. И вот татуха все мои ладошки. Встречайте, мачо, крутые крошки. Всем привет, я спортом занимаюсь, отжимаюсь и приседаюсь. В зале много здоровых мужиков. Как там в рифму, а? Fuck off! А я Сергей, качок из зала. Пускай не в ритму я пою, но и не надо. Глотаю я метан и срать на почки. Вот тут растут красивые цветочки. Вот. Но я считаю, что проект был довольно-таки успешный, да, потому что самый, как бы, можно сказать, популярный выпуск, у него, по-моему, больше 35 тысяч было просмотров. Да, я считаю, что для Казнета, как бы, это внушаемая цифра. Хорошо. А в течение какого времени это длилось? Проект выходил год. Год? Да. Ну, где-то год, да. Почти год. Мы выпустили 11 выпусков. То есть один выпуск в месяц получается? Ну, иногда получалось чаще, иногда получалось один выпуск в два месяца. То есть в зависимости от
появления времени, желаний и так далее, и так далее. Были еще... Как муза посетит, написать песню, да? Даже не то, что муза. Есть какие-то параллельные дела. Встаю в 5 утра, иду в поле, копаю. Опять же, комбайн надо, корову надо есть. Покажи руки, как ты доил корову. Я боюсь, что люди подумают, что я одинокий, да? Как? Не, быка не доил. Это хорошо. Ты что заканчивал? Я... Ты по специальности вообще вот сейчас двигаешься? Я заканчивал пить, не получилось. Не, я вообще заканчивал политех. Благополучно его не закончил. Ты же, по-моему, айтишник, да? Да, я айтишник. Насколько я помню. Да. Да. Ну, я считаю, что в плане развлечений, в плане юмора не имеет значения, угу, что ты заканчивал, потому что очень много людей заканчивают какие-то специализированные курсы, какие-то высшие учебные заведения, и потом встают, как можно сказать, на поток. Угу. То есть... А ты на что закончил? Казгаса. Отлично. Ты у нас дизайнер или архитектор? Геодезист. Ты работаешь по специальности? Нет. А это просто как хобби, да, у тебя получается? Геодезия? Нет. Пожалуй, нет. То есть ты сейчас чем занимаешься, именно вот, как вы говорите, стендапинг, да? Это твое хобби? Нет, знаете, скорее моя работа на данный момент — это мое хобби. Ага. Потому что мы уделяем меньше времени, чем стендапу, скажем так. Даже на работе, я думаю, о стендапе. Это мое основное занятие. Uh-huh. А работа — это, она просто приносит мне деньги. Немного. А что нужно сделать так, чтобы наконец у нас развить ваш стендап, да, чтобы люди заинтересовались, чтобы людям это было интересно. Причем не просто какому-то узкому кругу, да, а действительно, что вот. Ходили вот как на бойцовские всякие разные, какие-то в Киеве там какие-то вот есть очень много юмористических программ. Почему у нас что нужно для этого сделать? Ну, мне кажется, единственный выход — это надо похищать, шантажировать и заставлять людей. Заставлять что делать? Смотреть. Ходить на стендап. Не, я считаю, что неважно, это телепроект, интернет-проект или любой какой-то проект, неважно, это юмор, развлечение, либо что-то иное. Я считаю, что самая главная проблема нашего менталитета, можно сказать так, это не любовь к тому, что мы сами делаем. Mm-hmm. То есть, если, допустим, опять же, сравнивать с Западом, сравнивать с Киевом, там любят очень шоу-бизнес, там очень любят футбол, там очень любят каких-то деятелей, поесть тоже, да, любят. А у нас, получается, все, что у нас не делается, то есть все хается, да, футбол хается, наш спорт хается, телевидение плохое. Все проекты, которые производятся в Казахстане, это ужасно. Все, что покупается где-то в Москве, это почему-то люди считают, что это качественно. Хотя я считаю, что у нас на казахстанском телевидении есть очень рейтинговые, очень популярные проекты. И таких проектов должно быть больше. Когда появится любовь и внимание, любовь, мне кажется, внимание, да, родители, да? Тогда изменится ситуация. А это, наверное, все-таки связано с этим патриотизмом, мне кажется, да? Что... Скорее, тогда станьте патриотизмом. Ну, на данный момент, да. Потому что, на самом деле, как ты говоришь, все, что делается у нас в Казахстане, все плохо. И все, что делают там, все хорошо. Но мы все время жалуемся, а почему у нас так не делают? У нас на это денег жалеют. Нас меньше тратится финансов. Угу. Чем вообще вы планируете заниматься? Это классно, что у вас есть хобби, да? Вы этим болеете, вы этим живете. Конечно, хотелось бы, чтобы это все... Ты болеешь, да. Хотелось бы, чтобы это приносило, чтобы хобби приносил доход. Да? Кушать-то хочется, как ты говоришь, раз в месяц хотя бы. Хотя бы иногда. Хотя бы иногда. Ева, отвечай. Когда это принесет деньги? Чем ты планируешь заниматься вообще? Да, что ты планируешь всю жизнь отдать вот своему хобби, да, вот этой работе, стендапу, чтобы... А кушать на что будешь? То есть ты думаешь, все оставшиеся 80 лет ты будешь заниматься стендапом? Ну, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я пока над этим не задумалась. Ева не готовилась. Ева не готовилась. Надо было выслать по почте вопросы, да? Я считаю, что я могу ответить за нас. За нас, за всех. Я считаю, что наша
один работа будет в любом случае связана с творчеством, желательно, в той или иной сфере, в том или ином направлении. Но ты уже работаешь в творчестве, ты сейчас ведущий. Ты проводишь какие-то, наверное, мероприятия, да? Я провожу выходные на даче. Копаешь картошку. Не, я считаю, что лучше всех проводит это МММ. Они, по-моему, всех провели. Не, да, я занимаюсь банкетами, я веду... Что я веду? У меня только городской 87272-276. Ты забыл свой номер? Чего я все живу не дома. Не, на самом деле, да, все сводится к тому, что те люди, которые занимаются у нас, допустим, в Казахстане КВНом, какими-то развлекательными вещами, они уходят в так называемый той-бизнес. Угу. То есть потому что основные деньги это там. У кого-то получается это лучше, у кого-то получается хуже. И опять же, как бы взять в сравнении как бы наши проекты, кто-то делает качественно, кто-то вкладывает в это душу, кто-то... Ну как часто тебя приглашают провести какое-нибудь мероприятие? А если сейчас увидят люди, которые... которые являются моими конкурентами, скажут, так, как у него много заказов, или скажут, так, у него мало заказов. Достаточно. Скажу 10 заказов, и пусть думают, правда это или нет, в месяц. Успеваешь? Успеваю. Получается, я работаю 10 дней. 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потом 20 дней отдыхаю, и опять то же самое. Ты счастливый человек. Да. Самое главное, что... Ты, наверное, едешь на Геленвагене уже. Да? Да, я езжу на Геленвагене. Пусть опять же люди думают, правда это или неправда. Ева ездит на автобусе, у нее свой собственный автобус. И проездной. Да. Не, конечно, хочется заниматься какими-то проектами, которые будут приносить деньги. Опять же, я считаю, что выражение «сделать имя, а потом имя будет работать на тебя», опять же, как бы у нас в Казахстане это не совсем правильно. Пол жизни ты работаешь на имя, пол жизни все. Хорошо, а какие сейчас, наверное, у тебя есть проекты, которые ты хочешь развивать? Ты просто, я знаю, что ты очень творческий человек, у тебя идей и очень много. Идей очень много, как бы сейчас, опять же, это развитие стендапа, то есть мы хотим действительно показать, как... Мне кажется, нужно взяться просто этот момент за то, что вы сейчас делаете, да, объединив свои силы, прям вот очень плотно и вот, просто вот жить этим. Хотя потому, что этот проект уникальный, до нас такого никто не делал. Ну, на данный момент, да, и мы хотим показать, как бы, максимальному количеству людей, что такое стендап и как там можно делать у нас. В Алмате. Опять же, есть идеи по поводу интернет-проектов, есть идеи по поводу каких-то веселых песен, то есть... Как часто вы собираетесь? Ну, полгода назад видели. Ну... Как часто вы собираетесь и стендапите? А, раз в неделю. Раз в неделю. Да, каждый четверг. Можно прийти и посмотреть, да? Это была твоя шутка из первого вступления? Не, на самом деле это замечательное, потрясающее заведение «Катадом». Просто будут смотреть говорить, да, руководители этого места. Это замечательное место, я не могу сказать иначе. Находится на Европе мира. Вот сегодня, знаете, я хочу доказать, что самое лучшее место на Земле – это Казахстан. Вот самое замечательное место. Давайте поаплодируем Казахстану. Неважно, за границей, мне кажется, что самое лучшее место – это Казахстан. Объясню почему. В Казахстане самые классные, самые красивые девушки. Но, судя по всему, сегодня все приезжие, да? С Мальдив. Знаете, вот мы недавно были на Кипре, и там вот они живут как-то так медленно, знаете, ничего не происходит. То есть они живут какой-то обычной жизнью, ничего не происходит. То есть мы были там 10 дней, вообще ничего не случилось. Я приехал в Казахстан и тут же узнаю погромы на концерте Каря Дондутаса. Там перестрелка, тут убивают. У нас движуха, у нас что-то делается. У нас в Казахстане все двигается. Знаете, я считаю, что в Казахстане самые красивые степи. Давайте тоже поаплодируем. Я думаю, что многие наши соотечественники уезжают с аулов, уезжают с сел, потому что они не выдерживают этой красоты. Они не могут уже. Все, я не могу. Все, я не могу. Опять же, если вы хотите узнать, где все это проходит, как все это проходит, и если вы считаете, что стендап у нас в Казахстане его нету или он ужасный, можете прийти туда, либо убедиться, либо опровергнуть свои мысли.
Вот у вас в группе есть ВКонтакте, у вас есть группа. Да. Вы, у вас там есть ваши фотографии или видео? Как можно это все увидеть, чтобы, у нас есть, чтобы видео загореться, сказать, а, я хочу прийти посмотреть. Все есть. Все есть. Не, в группе есть видео, есть фото с выступлений, есть... Координаты? Координаты, да, есть... Как называется ваша группа? Даже я не знаю. Алматы стендап. Алматы стендап. Такое вот креативное название. Мы очень долго думали, думали Бишкек стендап, потом подумали, что мы в Алмате и как-то... Алматы стендап. И вы остановились на Алматы стендап. Да, как-то все-таки Алматы стендап, да. То есть необычно, все у нас в Казахстане делается креативно, поэтому мы тоже подошли к названию очень необычно. Так что все желающие, если у вас есть желание выступить, если вы хотите попробовать свои силы в стендапе, понять, что это такое, увидеть, как выступают остальные люди. Там как бы очень много людей, которых мы до начала стендапа сами не знали. Mm-hmm. То есть очень много людей появляется, можно так сказать, из зрительного зала, да, то есть они приходят, смотрят, как это все происходит, и потом изъявляют желание поучаствовать. Mm-hmm. То есть выступать может любой желающий. Да, абсолютно. Даже дядя Толя, приходите. Расскажите о своем опыте в Comedy Club. Сексуальном опыте? Расскажи о сексуальном опыте, о сексуальном опыте с Comedy Club Kids. Это был ли на вас какой-то новый опыт? А что-то новое для себя открыли, да, в качестве профессионализма? Конечно. Да? Ты нет? Да. Не, Comedy Club, как бы наш казахстанский Comedy Club, это был официальный филиал от Москвы. Он дал сильный толчок кому-то вперед, кому-то назад. Да, мы его не украли с московского телевидения, как многие считают, что наши все воруют. Это был официальный, как называется? Филиал. Не филиал. Франшиза. Франшиза. Да. Не, как я уже сказал, любой проект, он дает какой-то опыт, ты понимаешь, что ты делаешь так, что ты делаешь не так. Любое выступление, опять же, те же самые выступления в стендапе, они что-то в тебе постоянно открывают. Угу. То есть, откуда вы берете шутки? Из жизни? Интернет. Или придумываете? Воруете у интернета? Да. Ну, сейчас напишет Евгений Ваганович Петросян, вот... Что из последней шутки? Сережа, скажи, что сами придумаем. Сейчас все люди подумают, что это и есть из интернета. Все понимают чувство юмора. Шутки мы придумываем сами. Я сказал ее. Не, на самом деле все шутки пишут сами. Мы надеемся, что все шутки пишут сами. Потому что, опять же, мы собираемся раз в неделю только на выступлении. То есть сейчас как бы нет такой возможности собираться все вместе, писать что-то с помощью мозгового штурма. То есть мы собираемся и... Можно сказать, там видим, что будет показывать Ева, что будет показывать я, что будут показывать все остальные участники. Что будет показывать Алена, я не знаю тоже. Вот. Но я считаю, что единственный путь развития, единственный путь движения вперед – это все делать самому. Поэтому если ты начинаешь где-то со стороны брать шутки, то в любом случае придет момент, когда… Об этом узнает, либо тебе нужно будет научиться самому писать шутки. Угу. Поэтому проще начать с самого начала писать самому, пускай это будет плохо, пускай это будет ужасно, и постепенно делать какие-то выводы и двигаться вперед. Угу. Вот, опять же, та же самая передача «Чесночная». С чего, казалось бы, да, она появилась? 97-й год. Интернета еще не было. Вот. А Гульмира уже тогда подумала, дай-ка я что-то сделаю. И выпила на тот момент кофе, а потом появилась передача. Спасибо, Сережа, но я просто кофе не пью, наверное, это был чай. Наверное, был чай, я не помню. 97-й год. Это потом вырежется, да. Уважаемые зрители, вы этого не видите. Что еще хочется у вас спросить? Спрашивайте. Гульмир, как ты считаешь развитие нашего телевидения и интернета в частности? Ну, я считаю, что у телевидения еще есть влияние, в отличие от интернета. Интернет еще развиваться и развиваться. Конечно, я за телевидение. Хотя у меня, если честно, дома телевизора нет. Я все новости узнаю из интернета. Да, я думаю, что сейчас обратили внимание все банки, они будут тебе названивать, возьмите кредит, купите себе телевизор. Да. Ребят, вот на самом деле хочется вам пожелать, чтобы
вот то, что вы делаете, да, как основоположники, ну, Сережа, от кроличка, то, что вы, не то, чтобы даже возрождаете, да, а являетесь основоположниками, да, стендапа вот в Алмате, в Казахстане. Очень хочется, конечно, чтобы это имело какую-то популярность, чтобы вас узнавали. Что, да, нас узнавали, да. Вот, и хочется просто пожелать вам творческих успехов. Вот, спасибо, Ева, что ты прибежала, отпросилась с работы. Я знаю, что тебе уже нужно бежать. На шахте очень тяжело. Не всегда отпускают. Вот, спасибо вам, что вы пришли, что вы есть. Я надеюсь, что вы приобретете вот ту самую популярность, о которой вы мечтаете, и благодаря своим творческим каким-то идеям, да, творческому потенциалу, чтобы вот, на самом деле это интересно. Потому что я знаю Сережу, тебя лично. Какой ты у нас на самом деле? Я сижу, не могу вспомнить, кто это. И я, наверное, все-таки приду в следующий четверг к вам и останусь. Не побоишься, да? Да, не буду бояться атмосферы, которая там собралась. Приду, останусь, послушаю, посмотрю и напишу об этом, возможно, какой-нибудь интересный пост. А я думаю, что после выхода передачи «Чесночная» люди повалят непонятно куда, не повалят и зачем. Но самое главное, что я хочу сказать. Я сказал. Очень много ненужных слов. Давайте заканчивать уже. Нет? Сереж, давай закончим. Спасибо вам.